Первый день мы приехали в воскресенье. Сама мечеть закрыта. Но вход в садик есть. И вход открыт. Вот он, апельсиновый сад. И вот она, знаменитая мескита. Колонны сделаны из разных материалов, из мрамора, некоторые из гранита, некоторые из яшмы. Отполированы до блеска миллионами ладоней за многие сотни лет на уровне человеческого роста. Выше остаются неотполированными. Ты видишь, вот это бортик, наверное, через который они ходили. Ну, я не знаю, что дур. Вот. Понятно. Это была совсем старая мечеть, изначальная. И вот здесь, вот здесь. Вот сейчас мы стоим на том месте, которое указывало направление на Дамаск. Не на Мекку, на Дамаск. В те времена еще были разночтения у мусульман, куда, в какую сторону можно молиться. И здесь это точно я знаю, на направление на Дамаск.